В таких играх кубковых на первый план выходит самоотдача и бойцовские качества. Наверное, в этих компонентах сегодня хозяева нас превзошли. Хотя мы и владели во втором тайме территориальным преимуществом, но то количество браков, которое мы сегодня допустили, оно не позволило нам не то что выиграть, даже свести матч к ничьей. Поэтому где-то, наверное, и хозяева заслужили эту победу, больше хотели, больше были мотивированы, поэтому победа осталась за ними. Вот такой комментарий. Друзья, есть вопросы? Да, пожалуйста. Вопрос. Почему именно в завершающей стадии атак было столько брака, просто какое-то ужасное количество брака? Такое чувство, что команды были с одного дивизиона, хотя Балтика, она, можно сказать, на голову выше Волги. Ну, количество брака было не только в завершающей стадии, но и в организации игры тоже мы допустили много брака. Ну, наверное, это отсутствие мастерства тоже. Вы знаете, что мы тоже комплектовались в последний момент. Здесь к нам футболисты пришли, тоже большинство со второй лиги, молодые ребята. Поэтому где-то сопоставить команды можно в каких-то моментах. Но прежде всего, еще раз я повторю, что хозяева выиграли за счет именно настроя, за счет самоотдачи. Вот это их не были козыри сегодня.